Крупную партию амфетамина изъяли наркополицейские у жителя Снежногорска. Автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 33-летнего мужчины был остановлен на пересечении улицы Кооперативной и Кольского проспекта. В салоне машины оперативники обнаружили сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертно-криминалистическая экспертиза показала – находка – амфетамин массой 51 грамм. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.